Безопасные и качественные дороги по нацпроекту делают не только на трассах и в городах. Подъезды к населенным пунктам не менее важны. Так, в селе Озерки Тальменского района уже доделывают участок длиной почти в 2 километра. На данный момент, то есть локально мы произвели замену основания, чтобы выровнять профиль дорожной одежды в дальнейшем и избежать проблемы с водой. На сегодняшней неделе мы закончим уже укладку верхнего слоя, останутся только тротуары, ну и обустройство, то есть это знаки дорожные. Очень важно, что здесь вскоре появится тротуар, поскольку недалеко останавливаются электрички. С другой стороны у нас школа, так что теперь дети могут спокойно ходить на занятия. Это очень интенсивное движение у нас в этом участке. И скажу так, что часть дороги проходит непосредственно через село по улицам села. Поэтому мы в 22-м году вышли, жители села вышли с ходатайства, и в настоящее время работы, как вы видите, идут в полном разгаре. Доделать участок планируют уже к сентябрю. Работы ведутся в ускоренном темпе. Основной сложностью стал ремонт на железнодорожном переезде. Тут достаточно интенсивное движение поездов, поэтому приходилось часто останавливаться. Но теперь этот участок завершен, и дорожники работают дальше. Озерки отнюдь не единственный населенный пункт, где ремонтируют дороги. В текущем году 20 километров дорог будет выполнено именно в черте населенных пунктов, в 11 населенных пунктах. Как примеры можем привести из крупных – Заринск, Тогул, Новичиха. Также ремонт участков в подобных населенных пунктах края ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий». За 12 лет по проекту сделали свыше 300 километров дорог. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.